5, 4, 3, 2! Эй, пингвины, все за мной! Мы сильны, ведь наш отряд большой! Давай! Эрик, ты хочешь попробовать потанцевать? Все, что тебе нужно сделать, это почувствовать ритм. Конечно, давай, сынок, давай пошевелим этими крошечными ножками. Что бы ты ни чувствовал, просто выпусти это. Эрик. Эрик, вернись. Дорогая, я думаю, Эрику сейчас нужно побыть одному. Что ему нужно, так это его отец. Над ним смеялись, Глория. Ему нужно осознать, что все это не имеет значения, но тем временем ты должна позволить ему прийти, оставь его, победи, Глория. Ты-то действительно преследуешь его, не так ли? Я не могу оставить его там мучиться в одиночестве. Я бы хотел, чтобы ты подождал, он вернется, бормочет. Не волнуйся, я найду его. О, мои мальчики. Будьте осторожны. Эрик. Эрик, отойди от него край. Эрик. Никогда больше так не убегай. Мальчик, ты меня слышишь, приятель? Я застрял. Ну, что у нас здесь есть, мальчики? Если это не маленький жир и писк. Этот наш, иди найди свой, у. Нас есть, чтобы помочь ему. Не волнуйся, Эрик, мы отправим этих конюков туда, откуда они пришли. Ты кровоточащий пингвин-потрошитель, я твой должник, мой друг. Эй. Нет проблем. Все, что тебе нужно сделать, это спросить в любое время, в любом месте, что угодно. Окей, спасибо. А нет, Глория, Глория. Детка. О, мои прекрасные мальчики. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Подожди, я вытащу тебя оттуда. Что ты собираешься делать, амиго? Что я делаю лучше всего? Ничего хорошего, этого недостаточно. Мы просто нужна небольшая танцевальная вечеринка с пингвинами. Позволь мне пойти за Изабель Джулианой. Софией. Нет, не Софией, Рамон, ты прав, мы пойдем за всеми. Дорогая, мы пойдем в гастрономическую страну, чтобы получить ад, мы очень скоро вернемся. Хорошо, если ты думаю, ты справишься, я доверяю тебе. И Эрик, да, мама. Ты держись очень близко к своему папе, ладно? Ладно. Но до гастрономической страны осталось как минимум 3 дня. Я не могу оставить Глорию в ловушке так надолго. Не волнуйся, твоя пушистая голова, мучача, я знаю. А-а-а. Ты или что ты, я? Рамон, люблю Бога. На самом деле нам нужна твоя помощь. Императорская земля, ты ее король, да, не? Пытайся, представь,
что ты заинтересован, используй запатентованный метод расходов. Если хочешь, ты должен использовать его. Но, я собираюсь, но ты найдешь меня в центре повседневной земли, если тебе нужна дополнительная помощь. Да, летающий пингвин. Летающий пингвин. Что такого замечательного в том, что он просто падает, не касаясь земли? Это бесполезно, Амиго, это толпа местная. Не волнуйся, это привлечет его внимание. Хорошо. Теперь я вижу эту удивительную силу танца, я помогу тебе. Спасибо, Стэн, нам понадобится столько. Адели, сколько ты сможешь собрать, бормоча? Я освою их все для тебя и для храброго Эрика. Когда-нибудь ты станешь великим воином, и, как твой папа, великий воин. Трахни нас сотнями. Я иду. Подожди, нам нужно продолжать идти, приятель. Твоя мама сказала тебе остаться со мной. Помни, моя мама, с ней все будет в порядке, но нам нужно поторопиться. Давай, Эрик, мы уходим. Эрик. 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 Ты в порядке? Да, эй, папа, ты видел? Это здорово, сынок, ты меня так волновал, но я помог. Ты меня не слышал? Конечно, Эрик, я слышал. Ты можешь идти, запятая, ага, тогда пойдем. Вот пляж, Эрик, мы скоро будем дома, с помощью, о. Нет, Сев. В порядке, Амиго, будет еще один мост. Пойдем, тогда. Ладно, нам придется идти дальше, но, делай это медленно и спокойно. И давай не будем смотреть вниз. Вау. Для меня это похоже на обед, ужин и десерт. Эрик, держись. Чем они больше, тем быстрее они падают. Давай. Нам нужно продолжать двигаться. Брайан, о боже, как я рад тебя видеть. Мне нужна услуга, большой. Для тебя, шимпанзе, все, что нам нужно, чтобы ты приехал в страну императоров, чтобы танцевать, танцевать. Ты все похож на парня, который умеет танцевать. Папа, я могу помочь, не волнуйся, сынок. Я понял. Это очень легко, Брайан. Я думаю, это сработает, приятель. Я соберу команду и встречу тебя на твоем старом месте. Спасибо, Брайан. Давай, ребята, пойдем домой. А, Эрик, что случилось? Я не смог помочь. Ты шутишь? Мы бы не справились без тебя. Правда, правда, правда. Теперь давай пойдем домой и покажем твоей маме, из чего ты сделан. Левая квадратная скобка. Музыка. Приятель, давай покажем им, из чего мы сделаны, Эрик.
Мамочка, мамочка. Ох, детки мои, я знала, что ты нас спасешь, Эрик. Он потрясающий, Глория, я... Знаю, спасибо, папа. Сойдет, пингвин, сойдет. Эрик, ты хочешь попробовать потанцевать? Все, что тебе нужно сделать, это почувствовать ритм. Правда, конечно. Давай, сынок, давай пошевелим этими крошечными ножками. Что бы ты ни чувствовал, просто давай выговоримся. Эрик. Эрик, вернись. Милый. Я думаю, Эрику нужно побыть одному, прямо сейчас. Что ему нужно? Так это его отец, он смеялся над ним, Глория. Ему нужно осознать, что все это не имеет значения, но тем временем ты должна позволить ему прийти к тебе. Оставь его в покое, Глория. Ты действительно идешь за ним, не так ли? Я не могу оставить его страдать там совсем одного. Я бы хотел, чтобы ты подождала, он вернется, Бормоч. Не волнуйся, я найду его. Ох, мальчики. Будьте осторожны. Эрик. Эрик, отойди от края. Эрик. Никогда больше так не убегай. Мальчик, ты слышишь меня, приятель? Я застрял. Ну, что у нас здесь есть, мальчики? Если это не немного жира и писк. Этот наш, иди найди своего. Мы должны помочь ему. Не волнуйся, Эрик, мы отправим этих конюков туда, откуда они пришли. Ты кровоточащий пингвин-потрошитель, я твой должник, мой друг. Эй. Без проблем, все, что тебе нужно, нужно спрашивать в любое время, в любом месте, что угодно. Окей. Спасибо. Эрик, держись, чем они больше, тем быстрее они падают, давай. Нам нужно продолжать двигаться. Брайан, о, боже, я рад тебя видеть. Мне нужна услуга, большая. Ты что-нибудь шимпанзе? Нам нужно, чтобы ты приехал в страну императора, чтобы потанцевать. Потанцевать, вы все похожи на парня, который умеет танцевать. Папа, я могу помочь, не волнуйся, сынок. Я понял. Это очень легко, Брайан. Да, я думаю, это сработает, приятель. Я получу. Соберем команду и встретимся на твоем старом месте. Спасибо, Брайан. Давай, ребята, пойдем домой. А, Эрик, что случилось? Я не смог помочь. Ты шутишь? Мы бы не справились. Без тебя, правда, правда. Теперь пойдем домой и покажем твоей маме, из чего ты сделан. Да, конечно. Левая квадратная скобка. Музыка. Эрик. Да. Аплодисменты. Мамочка, мамочка. Ох, детки мои, я знала, что ты нас спасешь, Эрик. Он потрясающий, Глория. Я знаю. Спасибо, папа. Справится, пингвин, сойдет.
Правая квадратная скобка. Эрик, ты хочешь попробовать потанцевать? Все, что тебе нужно сделать, это почувствовать ритм. Конечно, давай, сынок, давай пошевелим своими крошечными ножками. Что бы ты ни чувствовал, просто выпусти это. Эрик. Эрик. Вернись, дорогая. Я думаю, Эрику нужно это сделать, побыть одному. Прямо сейчас. Что ему нужно? Так это его отец, они смеялись над ним, Глория. Ему нужно осознать, что все это не имеет значения, но тем временем ты должна позволить ему прийти и оставить его. Глория. Ты действительно идешь за ним, не так ли? Я не могу оставить его там в полном одиночестве. Я бы хотел, чтобы ты подождал, он вернется, бормочет. Не волнуйся, я найду его. О, мои мальчики. Будьте осторожны. Эрик. Эрик, отойди от края. Эрик. Дон, ты никогда больше так не убегаешь. Мальчик, ты меня слышишь, приятель? Я застрял. Ну? Что у нас здесь, мальчики? Если это не маленький жеребец. Этот наш. Но нам нужно поторопиться, давай. Эрик, мы уходим. Эрик. Гигантский кальмар, уходи. Эрик. Эрик. Ты в порядке? Да. Эй, папа, ты видел? Это здорово, сынок, ты меня так волновал. Но я помог. Ты меня не слышал. Конечно, Эрик, я слышал. Ты можешь идти. Запятая, ага. Тогда пойдем. Вот пляж, Эрик. Мы скоро будем дома. С помощью, о. Нет, Сев. В порядке, амиго, будет еще один мост, пойдем, тогда. Ладно. Нам придется идти дальше, но делай это медленно и спокойно. И давай не будем смотреть вниз. Для меня это похоже на обед, ужин и десерт. Найди свой собственный. Мы должны помочь ему. Не волнуйся, Эрик, мы отправим этих конюков туда, откуда они пришли. Ты кровоточащий пингвин-потрошитель, я... Тебе должен один мой друг, эй. Нет проблем. Все, что тебе нужно сделать, это спросить в любое время, в любом месте, что угодно. Окей, спасибо. Музыка. А нет, Глория. Глория, детка.
О, мои прекрасные мальчики. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Подожди, я тебя достану отсюда. Что ты собираешься делать, Амиго? Что я делаю лучше всего? Ничего хорошего, этого недостаточно. Нам просто нужна небольшая танцевальная вечеринка с пингвинами. Позволь мне пойти за Изабель Джулианой, Софией, нет, не Софией Рамон, ты прав, мы пойдем за все. Дорогая, мы собираемся пойти в гастрономическую страну за помощью, мы очень скоро вернемся. Хорошо, если ты думаешь, что сможешь это сделать, я доверяю тебе. И Эрик. Да, мама. Ты оставайся очень близко к своему папе, ладно, ладно, ладно. Но гастрономическая страна осталась как минимум 3 дня. Я не могу оставить Глорию в ловушке так надолго. Не волнуйся, твоя пушистая голова, мучача, я знаю. На самом деле нам нужна твоя помощь. Земля императора, ты ее король, да, что не? Попробуй, представь, что ты заинтересован, воспользуйтесь запатентованным методом расходов, если ты хочешь этого, ты должен им владеть. Но, я должен, я пойду, но ты найдешь меня в центре ежедневной земли, если тебе нужна дополнительная помощь. Да, летающий пингвин, что такого замечательного в том, что он просто падает, не касаясь земли. Это бесполезно, Амиго, это толпа местная. Не волнуйся, это привлечет его внимание. Окей. Теперь я вижу эту удивительную силу танца, я помогу тебе. Спасибо, Сван, нам понадобится столько же. Адели, как ты можешь бормотать? Я освоил их все для тебя, и для храброго Эрика. Когда-нибудь ты станешь великим воином, ты мне нравишься. Папа, великий воин. Обучай нас сотни из них. Они собираются им Берлайн. Никогда не бойся, мамочка, я пойду. Потрать, подожди. Нам нужно продолжать идти, приятель, твоя мама сказала тебе остаться со мной, помни мою маму, с ней все будет в порядке. Вообще-то, нам нужна твоя помощь. Императорская земля, ты ее король, да, не? Пытайся, представь, что ты заинтересован, используй запатентованный метод расходов, если хочешь, ты должен использовать его. Но, я должен идти, но ты найдешь меня в центре гастрономической страны, если тебе нужна дополнительная помощь. Да, летающий пингвин, что такого замечательного в том, что он просто падает, не касаясь земли. Вау. Это толпа местная. Не волнуйся, это привлечет его внимание. Окей. Теперь я вижу эту удивительную силу танца, я помогу тебе. Спасибо, Свен, нам понадобится столько. Адели, сколько ты сможешь собрать, бормоча? Я освоил их все для тебя и для смелых Эрик. Когда-нибудь ты станешь великим воином, ты мне нравишься. Папа, великий воин. Трахни нас, сотни из них. Они отправятся в Верлинд. Никогда не бойся. Мама, ты кровоточащий пингвин-потрошитель, я твой должник, мой друг, эй, ну. Нет проблем.
Все, что тебе нужно сделать, это спрашивай в любое время, в любом месте, что угодно. Окей, спасибо. А нет, Глория, Глория. Детка. О, мои прекрасные мальчики. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Подожди, я вытащу тебя оттуда. Что ты собираешься делать, Амиго? Что я делаю лучше всего? Ничего хорошего, этого недостаточно. Нам просто нужна небольшая танцевальная вечеринка с пингвинами. Позволь мне пойти за Изабель Джулианой, Софией. Нет, не Софией, Рамон, ты прав, мы пойдем за всеми. Дорогая, мы пойдем в гастрономическую страну, чтобы получить помощь. Мы скоро вернусь. Ладно, если ты думаешь, что сможешь это сделать, я доверяю тебе. И Эрик, да, мама. Ты оставайся очень близко к своему папе, ладно? Ладно. Но до гастрономической страны минимум 3 дня. Отсюда. Я не могу оставить Глорию в ловушке из-за этого. Долго. Не волнуйся, твоя пушистая голова, мучача. Я знаю дробовик. Твоя мама сказала тебе остаться со мной. Помни, мою маму, с ней все будет в порядке, но нам нужно поторопиться. Давай, Эрик, мы уходим. Правда, так и будет, ах. Эрик. Эрик. Ты в порядке? Да. Эй, папа, ты видел? Это здорово, сынок, ты заставил меня так волноваться. Но я помог. Ты меня не слышал? Конечно, Эрик, я слышал. Ты можешь идти. Ага. Тогда пойдем. Вот пляж, Эрик, мы скоро будем дома. С помощью, о. Нет, Сев. В порядке, Амиго, будет еще один мост. Пойдем, тогда. Ладно. Нам придется идти дальше, но делай это красиво и медленно. И давай не будем смотреть вниз. Вау. Что у нас есть? Эрик. Ты хочешь попробовать потанцевать? Все, что тебе нужно сделать, это почувствовать ритм. Конечно, давай, сынок. Давай пошевелим своими крошечными ножками. Что бы ты ни чувствовал, просто выпусти это. Эрик. Эрик. Вернись, дорогой. Я думаю, Эрику нужно побыть одному, прямо сейчас. Ему нужен его отец, он посмеялся. Над ним Глория ему.
Нужно осознать, что все это не имеет значения, но тем временем ты должна позволить ему прийти к тебе, оставь его быть. Глорией. Ты действительно идешь за ним? Не так ли, не так ли? Я не могу оставить его там страдать совсем. Одного. Я бы хотел, чтобы ты подождал, он вернется, бормочет. Не волнуйся, я найду его. О, мои мальчики. Будьте осторожны. Эрик. Эрик, отойди от края. Эрик. Ни ты никогда больше так не убегаешь. Мальчик, ты меня слышишь, приятель? Я застрял. Ну? Что у нас здесь есть, мальчики? Если это не маленький жеребец. Этот наш, иди найди своего. Мы должны ему помочь. Не так ли, не волнуйся, Эрик, мы отправим этих конюков туда, откуда они пришли. Для меня это похоже на обед, ужин и десерт. Эрик, держись, чем они больше, тем быстрее они падают. Давай, нам нужно продолжать двигаться. Брайан. О боже, я рад тебя видеть. Мне нужна большая услуга. Для тебя, шимпанзе, все, что нам нужно, чтобы ты приехал в страну императора, чтобы танцевать танцы. Ты все похож на парня, который умеет танцевать. Папа, я могу помочь. Не волнуйся, сынок, я понял. Это очень легко, Брайан. Да, я думаю, это сработает, приятель. Я соберу команду и встречу тебя на твоих старых топающих граммах. Спасибо, Брайан. Давай, ребята, пойдем домой. А, Эрик, что случилось? Я не смог помочь. Ты шутишь? Мы не могли, мы сделали это без тебя. Правда, правда. Сейчас давай пойдем домой и покажем твоей маме, из чего ты сделан. Папа, покажи мне, что ты счастлив. Мы танцуем прямо за тобой, мамочка. Приятель. Давай покажем им, из чего мы сделаны, Эрик. Да. Мамочка, мамочка. Ох, детки мои, я знала, что ты нас спасешь, Эрик. Он потрясающий, Глория. Я знаю. Спасибо, папа, который справится, пингвин, который подойдет. Вот и пляж, Эрик, мы скоро будем дома, с помощью, о. Нет. Это так, окей, амиго, будет еще один мост. Пойдем, тогда. Ладно. Нам придется продолжать, но делай это красиво и медленно. И давай не смотреть вниз, что... Нас здесь. Для меня это похоже на обед, ужин и десерт. Эрик, держись. Чем они больше, тем быстрее они падают. Давай, нам нужно продолжать двигаться. Брайан. О боже, я рад тебя видеть.
Мне нужна большая услуга. Для тебя, шимпанзе, все, что нам нужно, чтобы ты пришел в страну императоров, чтобы танцевать. Танцуй. Вы все похожи на парня, который умеет конденсировать. Папа, я могу помочь. Не волнуйся, сынок, я понял. Это очень легко, Брайан. Да, я думаю, это сработает, приятель. Я соберу команду и встречу тебя на твоем старом месте. Спасибо, Брайан. Давай, ребята, пойдем домой. А, Эрик, что случилось? Я не могу помочь. Ты шутишь? Мы бы не справились без тебя, правда? Правда. Теперь давай пойдем домой и покажем твоей маме, какой ты с. Папы, так много тебя. Мы счастливы прямо позади тебя, ладно. Приятель. Давай покажем им, из чего мы сделаны, Эрик. Да. Мамочка, мамочка. Ох, детки мои, я знала, что ты нас спасешь, Эрик. Он потрясающий, Глория. Я знаю. Спасибо, папа. Это сделает пингвин, сделаю. Эрик, ты хочешь попробовать потанцевать? Все, что тебе нужно сделать, это почувствовать ритм. Правда, конечно. Давай, сынок, давай пошевелим этими крошечными ножками. Что бы ты ни чувствовал, просто выпусти это. Эрик. Эрик. Вернись, дорогая. Я думаю, Эрику нужно побыть одному, прямо сейчас. Ему нужен отец, они смеялись над ним, Глория. Ему нужно осознать, что все это не имеет значения, но тем временем ты должна позволить ему прийти к тебе, оставь его быть, Глорией. Ты действительно собираешься после него, не так ли? Я не могу оставить его там, в одиночестве. Я бы хотел, чтобы ты подождал, он вернется, бормочет. Не волнуйся, я найду его. О, мои мальчики. Будьте осторожны. Эрик, Эрик, отойди от края. Эрик. Никогда больше так не убегай. Мальчик, ты меня слышишь, приятель? Я застрял. Ну, что у нас здесь есть, мальчики? Если это не маленький жеребец. Этот наш, иди найди свой. Мы должны помочь он. Не волнуйся, Эрик, мы отправим этих конюков туда, откуда они пришли. Я полагаю, ты заинтересован в использовании запатентованного метода расходов. Если ты этого хочешь, ты должен владеть им. Но, я должен идти, но ты находишь меня в центре повседневной земли. Если тебе нужна дополнительная помощь, да, летающий пингвин. Летающий пингвин. Что такого замечательного в том, что он просто падает, не касаясь земли? Вау. Аплодисменты. Это толпа местная. Не волнуйся, это привлечет его внимание. Ладно. Я теперь посмотри на эту удивительную силу танца, я помогу тебе. Спасибо, Свен, нам понадобится столько. Адели, сколько ты сможешь собрать? Бормоча, я овладею ими всеми для тебя,
И для храброго Эрика. Когда-нибудь ты станешь великим воином. Ты мне нравишься, папа, великий воин. Извини нас, сотни, они собираются в Эверленд. Не бойся, мама, я пойду сейчас. Стэн, подожди, нам нужно продолжать идти, приятель. Твоя мама сказала тебе остаться со мной, помни, моя мама, с ней все будет в порядке, но нам нужно поторопиться. Эрик, мы оставив Эрика. Гигантский кальмар уходит. Так оно и будет, ах. Эрик. Эрик. Ты в порядке, да? Эй, папа, ты видел? Это здорово, сынок, ты меня так волновал. Но я помог. Ты меня не слышал? Конечно, Эрик, я слышал, ты можешь. Иди, ага, тогда пойдем. Должен тебе один мой друг, эй. Нет проблем. Все, что тебе нужно сделать, это спросить в любое время, в любом месте, что угодно, окей, спасибо. Ах. Что это было? О. Нет, Глория. Глория, детка. О, мои прекрасные мальчики. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Держись, я вытащу тебя оттуда. Что ты собираешься делать, амиго? Что я делаю лучше всего? Ничего хорошего, этого недостаточно. Нам просто нужна небольшая танцевальная вечеринка с пингвинами. Позволь мне иди за Изабель Джулианой, София. Нет, не София Рамон, ты прав, мы пойдем за всеми. Дорогая, мы пойдем в гастрономическую страну, чтобы получить помощь, мы очень скоро вернемся. Хорошо, если ты думаешь, что сможешь это сделать, я доверяю тебе. И Эрик, да, мама. Ты держись очень близко к своему папе, ладно? Ладно. Но до гастрономической страны осталось как минимум 3 дня. Я не могу оставить Глорию в ловушке так долго. Не волнуйся, твоя пушистая голова, мучача. Я знаю дробовик. Вообще-то, нам нужен твой помогите. А нет, Глория, Глория. Детка. О, мои прекрасные мальчики. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Подожди, я вытащу тебя оттуда. Что ты собираешься делать, амиго? Что я делаю лучше всего? Ничего хорошего, этого недостаточно. Нам просто нужна небольшая танцевальная вечеринка с пингвинами.
Позволь мне пойти за Изабель Джулианой, Софией, нет, не Софией Рамон, ты прав, мы пойдем за всеми. Дорогая, мы пойдем в гастрономическую страну за помощью, мы очень скоро вернемся. Хорошо, если ты думаешь, что сможешь это сделать. Я доверяю тебе, и Эрику. Да, мама. Ты оставайся очень близко к своему папе, ладно? Ладно. Но до гастрономической страны осталось как минимум 3 дня. Я не могу оставить Глорию в ловушке так надолго. Не волнуйся, твоя пушистая голова мучача. Я знаю короткий путь. А-а-а. Ты или кто ты? Я. Рамон, любовь. Вообще-то, нам нужна твоя помощь. Императорская земля, ты ее король, да, какая ловушка. Эрик. Ты хочешь попробовать потанцевать? Все, что тебе нужно сделать, это почувствовать ритм по-настоящему, конечно. Давай, сынок, давай пошевелим этими крошечными ножками. Что бы ты ни чувствовал, просто выпусти это. Эрик. Эрик. Вернись. Милый, я думаю, Эрику сейчас нужно побыть одному. Что ему нужно, так это его отец, он смеялся над ним, Глория, что ему нужно, так это осознать, что все это не имеет значения, но тем временем ты должен позволить ему прийти к тебе, оставь его, Глорией. Ты действительно преследуешь его, не так ли? Я не могу оставить его там страдать в одиночестве, я желаю тебе подожду, он вернется, бормочет. Не волнуйся, я найду его. Ох, мальчики. Будьте осторожны. Эрик. Эрик, отойди от края. Эрик. Никогда больше не убегай так. Мальчик, ты меня слышишь, приятель? Я... Ну, что у нас здесь есть, мальчики? Если это не маленький жеребец. Императорская земля, ты ее король, да. Не, пытайся, представь, что ты увлечен, используй запатентованный метод расходов, если хочешь, ты должен этого захотеть. Но, я собираюсь... Но ты найдешь меня в центре ежедневной земли, если тебе нужна дополнительная помощь. Да, летающий пингвин. Летающий пингвин. Что такого замечательного в том, что он просто падает, не касаясь земли? Это бесполезно, амиго, это толпа местная. Не волнуйся, это привлечет его внимание. Окей. Теперь я вижу эту удивительную силу танца, я помогу тебе. Спасибо, Свен, нам понадобится столько. Адели, сколько ты сможешь собрать? Бормоча, я освоил их все за ты. Храбрый Эрик, когда-нибудь ты станешь великим воином, и, как и ты, папа, великий воин. Обучает нас сотням, нам. Нужно продолжать идти, приятель, твоя мама сказала тебе остаться со мной, помни, моя мама,
С ней все будет в порядке. Но нам нужно поторопиться. Давай, Эрик, мы уходим. Эрик. А нет, Сев. В порядке, Амиго, будет еще один мост. Пойдем, тогда. Ладно. Нам придется идти дальше, но делай это красиво и медленно. И давай не будем смотреть вниз. Как это у нас здесь? Выглядит обед, ужин и десерт мне. Держись, чем они больше, тем быстрее они падают, давай. Нам нужно продолжать двигаться. Брайан. О боже, я рад тебя видеть. Мне нужна большая услуга. Для тебя, шимпанзе, все, что нам нужно, ты приедешь в страну императора, чтобы потанцевать. Вы все похожи на парня, который умеет танцевать. Папа, я могу помочь, не волнуйся, сынок, я понял. Это очень легко, Брайан, да. Я думаю, это сработает. Приятель, я соберу команду и встретимся на твоем старом месте. Спасибо, Брайан, давай, ребята, пойдем домой. А, Эрик, что случилось? Я не мог помочь. Ты шутишь, мы бы не справились без тебя. Правда, правда, теперь пойдем домой и покажем твоей маме, кто ты сделан из. Эрик. Да. Мама, мама. Ох, детки мои, я знала, что ты нас спасешь, Эрик. Он потрясающий, Глория. Я знаю. Спасибо, папа. Пингвин, он это сделает. Эрик, ты в порядке? Да, эй, папа, ты сделал это, видишь? Это здорово, сынок, ты меня так волновал. Но я помог. Ты меня не слышал? Конечно, Эрик, я слышал. Ты можешь идти, ага. Тогда пойдем. Вот пляж, Эрик, мы скоро будем дома с помощью. А нет, Сев. В порядке, Амиго, будет еще один мост. Пойдем, тогда. Ладно, нам придется идти дальше, но делай это красиво и медленно. И давай не смотреть вниз. Для меня это похоже на обед, ужин и десерт. Если хочешь, ты должен владеть им. Но... Я должен, я иду, но ты находишь меня в центре ежедневной земли, если тебе нужна дополнительная помощь. Да, летающий пингвин. Летающий пингвин.
Что такого замечательного в том, что он просто падает, не ударяясь о землю? Левая квадратная скобка. Аплодисменты. Это толпа местная. Не волнуйся, это привлечет его внимание. Окей. Теперь я вижу эту удивительную силу танца, я помогу тебе. Спасибо, Стэн, нам понадобится столько. Адели, сколько ты сможешь собрать? Бормочу, я освоил их все для тебя и для храброго Эрика. Когда-нибудь ты станешь великим воином, мне нравится. Твой папа, великий воин. Извини, сотни из них. Они собираются в вечность. Никогда не бойся, мамочка, я пойду. Подожди. Мы должны продолжать идти, приятель. Твоя мама сказала тебе остаться со мной, помни. Мою маму, с ней все будет в порядке, но нам нужно поторопиться. Эрик, мы уходим. Эрик. 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 Ты в порядке? Да, эй, папа, ты видел? Это здорово, сынок, ты меня так волновал, но я помог. Не так ли, послушай меня? Конечно, Эрик, я слышал, ты можешь идти, ага. Тогда пойдем. Вот. Пляж, Эрик, мы скоро будем дома с помощью. Эрик, держись. Чем они больше, тем быстрее они падают. Давай, мы надо продолжать двигаться. Брайан. О боже, я рад тебя видеть, мне нужна большая услуга. Для тебя, шимпанзе, все, что нам нужно, чтобы ты приехал в страну императоров, чтобы потанцевать. Потанцевать. Вы все выглядите как тип, который умеет танцевать. Может помочь. Не надо, не волнуйся, сынок, я понял. Это очень легко, Брайан. Да, я думаю, это сработает, приятель. Я соберу команду и встречу тебя на твоем старом месте. Спасибо, Брайан. Давай, ребята, пойдем домой. Да, Эрик. Что случилось? Я не мог помочь. Это ты шутишь? Мы бы не справились без тебя. Правда, правда. Теперь давай пойдем домой и покажем твоей маме, из чего ты сделан. Да. Так много вас, счастливых людей. Мы танцуем прямо за тобой. Ладно, приятель. Давай покажи им, из чего мы сделаны, Эрик. Да. Мамочка, мамочка. Ох, детки мои, я знала, что ты нас спасешь, Эрик. Он потрясающий, Глория. Я знаю. Спасибо, папа. Это сделает пингвина, который рассмеется. Глория, детка. О, мои прекрасные мальчики. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Держись, я вытащу тебя оттуда. Что? Ты собираешься делать, амиго? Что? Я делаю лучше всего. Ничего хорошего,
этого недостаточно. Нам просто нужна небольшая танцевальная вечеринка с пингвинами. Отпусти меня, Изабель, Джулиана, София. Нет, не София Рамон, ты прав, мы пойдем за всеми, дорогая. Мы пойдем в гастрономическую страну за помощью, мы очень скоро вернемся. Хорошо, если ты думаешь, что сможешь это сделать, я доверяю тебе и Эрику. Да, мама. Ты держись очень близко к своему папе, ладно? Ладно. Но до гастрономической страны минимум 3 дня отсюда. Я не могу оставлять Глорию в ловушке так долго. Не волнуйся, твоя пушистая голова, мучача. Я знаю дробовик. Вообще-то нам нужна твоя помощь. Император Земля, ты ее король, да, без попыток. Представь, что ты увлечен, используй запатентованную. Эрик. Ты хочешь попробовать потанцевать? Все, что тебе нужно сделать, это почувствовать ритм. Действительно. Давай, сынок, давай подвигаем этими крошечными ножками. Что бы ты ни чувствовал, просто дай этому высказаться. Эрик. Эрик. Вернись. Милый, я думаю, Эрику нужно побыть одному, прямо сейчас. Что ему нужно, так это его отец, он смеялся над ним, Глория. Ему нужно осознать, что все это не имеет значения, но тем временем ты должна позволить ему прийти в себя. Ты оставишь его Глорией. Ты действительно идешь за ним, не так ли? Я не могу оставить его там мучиться в одиночестве. Я бы хотел, чтобы ты подождал, он вернется, бормочет. Не волнуйся, я найду он. Ох, мальчики. Будьте осторожны. Эрик. Эрик, отойди от края. Эрик. Никогда больше так не убегай. Мальчик, ты меня слышишь, приятель? Я застрял. Ну, что у нас здесь, мальчики? Эрик, которого ты хочешь подарить, потанцуй, попробуй. Все, что тебе нужно сделать, это почувствовать ритм. Конечно. Давай, сынок, давай пошевелим этими крошечными ножками. Что бы ты ни чувствовал, просто выпусти это. Эрик. Эрик. Вернись, дорогой. Я думаю, Эрику нужно побыть одному, прямо сейчас. Что ему нужно, так это его отец, он смеялся над ним, Глория. Ему нужно осознать, что все это не имеет значения, но тем временем ты должна позволить ему прийти, ты оставишь его победить, Глория. Ты действительно преследуешь его, не так ли? Я не могу оставить его там одного. Мне бы хотелось, чтобы ты подождал, он вернется, бормочет. Не волнуйся, я найду его. Ох, мальчики. Будьте осторожны. Эрик. Эрик, отойди от края. Эрик. Никогда не убегай так еще раз.
Мальчик, ты меня слышишь, приятель? Я застрял, ну. Что у нас здесь, мальчики? Если это не маленький жереписк. Этот наш, иди найди свой. Мы должны помочь ему. Не волнуйся, Эрик, мы пришлем эти. Конюки вернулись оттуда, откуда они пришли. Ты кровоточащий пингвин-потрошитель, я должен. Тебе один, мой друг. Эй, нет проблем. Все, что тебе нужно сделать, это спросить в любое время, в любом месте, что угодно, окей, спасибо. Ах. Что это было? О. Нет. Глория. Если это не так, немного жира и писка. Этот наш, иди и найди своего. Мы должны помочь ему. Не волнуйся, Эрик, мы отправим этих конюков туда, откуда они пришли. Ты кровоточащий пингвин-потрошитель, я тебе должен, мой друг. Эй. Нет проблем. Все, что тебе нужно сделать, это спросить в любое время, в любом месте, что угодно. Окей, спасибо. А нет, Глория, Глория. Детка. О, мои прекрасные мальчики. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Подожди, я вытащу тебя оттуда. Что ты собираешься делать, амиго? Что я делаю лучше всего? Ничего хорошего, этого недостаточно. Нам просто нужна небольшая танцевальная вечеринка с пингвинами. Позволь мне пойти за Изабель Джулианой, Софией. Нет, не Софией, Рамон, ты прав, мы пойдем за всеми. Дорогая, мы пойдем в гастроном Земля, чтобы получить помощь. Мы очень скоро вернемся. Хорошо. Если ты думаешь, что сможешь это сделать, я доверяю тебе. И Эрик, да, мама. Ты оставайся очень близко к своему папе, ладно? Ладно. Но до гастрономической страны осталось как минимум 3 дня. Я не могу оставить Глорию в ловушке так надолго. Не волнуйся, твоя пушистая голова, мучача. Я знаю, что дробовик. Скоро придет домой и поможет. О. Нет, Сев. В порядке, амиго, будет еще один мост. Пойдем, тогда. Ладно. Нам придется идти дальше, но возьми это красиво и медленно. И давайте не будем смотреть вниз. Что у нас здесь? Для меня это похоже на обед, ужин и десерт. Эрик, держись. Чем они больше, тем быстрее они падают. Давай, нам нужно продолжать двигаться.
Брайан. О боже, я рад тебя видеть. Мне нужна большая услуга. Для тебя, шимпанзе, все, что нам нужно, чтобы ты приехал в страну императора, чтобы потанцевать. Ты все похож на парня, которого можно конденсировать. Папа, я могу помочь, не волнуйся, сынок, я понял. Это реально полегче, Брайан. Да, я думаю, это сработает, приятель. Я соберу команду и встречу тебя на твоем старом месте. Спасибо, Брайан, давай, ребята, пойдем домой. А, Эрик, что случилось? Я не смог помочь. Ты шутишь, мы не могли сделать это без тебя. Правда, правда. Теперь давай пойдем домой и покажем твоей маме, из чего ты сделан. Да, да. Так много людей, которые счастливы, танцуют прямо за тобой. Ладно. Приятель. Давай покажем им, из чего мы сделаны, Эрик. Да. Мама, мама. Ох, детки мои, я знала, что ты спасешь нас, Эрик. Он потрясающий, Глория. Я знаю. Спасибо, папа. Что сделаю, пингвин, что я? Сделаю, или что ты? Я Рамон, люблю Бога. На самом деле нам нужна твоя помощь. Императорская земля, ты это король, да. Не, пытайся, представьте, что вы заинтересованы, используйте запатентованный метод расходов. Если вы этого хотите, вы должны его катить. Но, я должен идти, но вы найдете меня в центре повседневной земли, если вам нужна дополнительная помощь. Да, летающий пингвин. Летающий пингвин, что такого замечательного в том, что он просто падает, не ударившись о землю? Свен. Это бесполезно, амиго, это толпа местная. Не волнуйся, это привлечет его внимание. Окей. Теперь я вижу эту удивительную силу. Танцы, я помогу тебе, спасибо, нам понадобится столько Адели, сколько ты сможешь собрать, бормоча, я освоил их все для тебя, и для храброго Эрика. Когда-нибудь ты станешь великим воином, ты мне нравишься, папа. Обучай великих воинов, нас сотни, представь, что ты любишь использовать запатентованный метод траты, если хочешь. Ты должен владеть им. Но, я должен, я пойду, но ты найдешь меня в центре ежедневной земли, если тебе нужна дополнительная помощь. Да, летающий пингвин. Летающий пингвин. Что такого хорошего в том, что он просто падает без падения на землю? Вау. Это толпа местная. Не волнуйся, это привлечет его внимание. Окей. Теперь я вижу эту удивительную силу. Танца, я помогу тебе. Спасибо, Сван, нам понадобится столько же. Адели, как ты можешь бормотать? Я освоил их все для тебя и для храброго Эрика. Когда-нибудь ты станешь великим воином, мне нравится. Твой папа великий воин. Извини, сотни из них. Они собираются в Эверленд. Никогда не бойся, мамочка, я иду сейчас. Стэн, подожди. Нам нужно продолжать идти, приятель. Твоя мама сказала тебе остаться со мной. Помни, моя мама, с ней все будет в порядке. Но нам нужно поторопиться. Эрик, мы уезжаем.
Эрик. Музыка. Эрик. Эрик. Ты в порядке? Да. Эй, папа, ты видел? Это здорово, сынок. Ты меня родил, так волнуюсь. Но я помог, ты меня слышал? Конечно, Эрик, я слышал. Ты можешь идти. Тогда пойдем. Музыка. Там пляж, Эрик. Они собираются в императорскую страну. Не бойся, мамочка, я пойду сейчас. Стэн, подожди. Нам нужно продолжать идти, приятель. Ты, мама сказала тебе остаться со мной, помни. Моя мама, с ней все будет в порядке, но нам нужно поторопиться. Давай, Эрик, мы уходим. Эрик. Музыка. Гигантский кальмар, уходи. Эрик, ты в порядке? Да. Эй, папа, ты видел? Это здорово, сынок, ты, я так волновался. Но я помог, ты меня не слышал. Конечно, Эрик, я слышал. Ты можешь идти, ага. Тогда пойдем. Вот пляж, Эрик, мы скоро будем дома, с помощью. А нет. Все в порядке, я Амиго, будет еще один мост. Тогда пойдем. Ладно. Нам придется продолжать идти, но делай это красиво и медленно, и давай не смотреть вниз. Для меня это похоже на обед, ужин и десерт. О, ты выиграл, мой друг, эй. Все без проблем, тебе нужно спросить в любое время, в любом месте, что угодно. Окей, спасибо, о. Нет, Глория, Глория. Детка. О, мои прекрасные мальчики. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Подожди, я вытащу тебя оттуда. Что ты собираешься делать, Амиго? Что я делаю все возможное? Ничего хорошего, этого недостаточно. Нам просто нужна небольшая танцевальная вечеринка с пингвинами. Позволь мне пойти за Изабель Джулианой, Софией, нет, не Софией Рамон, ты прав, мы пойдем за всеми. Дорогая, мы пойдем в гастрономическую страну, чтобы получить помощь. Мы скоро вернемся. Хорошо, если ты думаешь, что сможешь это сделать, я доверяю тебе и Эрику. Да, мама. Ты оставайся очень близко к своему папе, ладно? Ладно. Но до гастронома осталось как минимум 3 дня. Я не могу уехать, Глория, в ловушке так долго. Не волнуйся, твоя пушистая голова, мучача, я знаю.
Ая. На самом деле нам нужна твоя помощь, императорская земля. Ты ее король? Да, не? Пытайся. Эрик, держись. Чем они больше, тем быстрее они падают. Давай, мы надо продолжать двигаться. Брайан. О боже, как я рад тебя видеть. Мне нужна большая услуга. Для тебя, шимпанзе, все, что нам нужно, чтобы ты приехал в страну императоров, чтобы потанцевать. Ты все похож на парня, который может конденсировать. Папу, я могу помочь, не волнуйся, сынок, я понял. Это очень легко, Брайан. Да, я думаю, это сработает. Приятель, я соберу команду и встречу тебя на твоем старом месте. Спасибо, Брайан. Давай, ребята, пойдем домой. А, Эрик, что случилось? Я не смог, помоги. Ты шутишь, мы бы не справились без тебя. Правда, правда. Теперь давай пойдем домой и покажем твоей маме, из чего ты сделан. Да. Папа, так много вас, счастливых людей. Мы танцуем прямо за тобой, мамочка. Приятель. Давай покажем им, из чего мы сделаны, Эрик. Да. Мамочка, мамочка. Ох, детки мои, я знал, что ты нас спасешь, Эрик. Он потрясающий, Глория. Я знаю. Спасибо, папа. Справится, пингвин, сойдет. Эрик, ты хочешь, попробуй потанцевать, все, что тебе нужно сделать, это почувствовать ритм. Конечно, давай, сынок, давай пошевелим своими крошечными ножками. Что бы ты ни чувствовал, просто выпусти это. Эрик. Эрик, вернись. Дорогой, я думаю, Эрику сейчас нужно побыть одному. Что он нужен, его отец, они смеялись над ним, Глория. Ему нужно осознать, что все это не имеет значения, но тем временем ты должна позволить ему прийти к тебе. Оставь его быть, Глорией. Ты действительно преследуешь его, не так ли? Не могу оставить его там в полном одиночестве. Я бы хотел, чтобы ты подождал, он вернется, бормочет. Не волнуйся, я найду его. О, мои мальчики. Будьте осторожны. Эрик. Эрик, отойди от края. Эрик. Никогда не бегай опять так. Мальчик, ты слышишь меня? Приятель, я застрял. Ну? Что у нас здесь, мальчики? Если это не маленький жир, а... Этот наш, иди и найди свой. Мы должны помочь ему. Не волнуйся, Эрик, я отправлю этих конюков обратно туда, откуда они пришли, от истекающего кровью пингвина-потрошителя.
Эрик. Ты хочешь попробовать потанцевать? Все, что тебе нужно сделать, это почувствовать ритм. Правда, давай, сынок, давай пошевелим этими крошечными ножками. Что бы ты ни чувствовал, просто позволь. Эрик. Эрик. Вернись. Милый, я думаю, Эрику сейчас нужно побыть одному. Что ему нужно, так это его отец. Над ним смеялись, Глория. Ему нужно осознать, что все это не имеет значения, но тем временем ты должна позволить ему прийти и уйти. Он победил Глорию. Ты действительно преследуешь его, не так ли? Я не могу оставить его там мучиться в одиночестве. Я бы хотел, чтобы ты подождал, он вернется, бормочет. Не волнуйся, я найду его. Ох, мои мальчики. Будьте осторожны. Эрик, Эрик. Отойди от края. Эрик. Никогда больше так не убегай. Мальчик, ты меня слышишь, приятель? Я застрял. Ну? Что у нас здесь, мальчики? Если это не немного жира и писка. Этот наш, найди своего. Мы должны помочь ему. Не волнуйся, Эрик, мы отправим этих конюков туда, откуда они пришли. Эрик, держись, чем они больше, тем быстрее они падают. Давай, мы должны удержаться, трогательный. Брайан. О боже, я рад тебя видеть, мне нужна большая услуга. Ты, шимпанзе, что-нибудь нам нужно, чтобы ты приехал в страну императора, чтобы танцевать танцы. Вы все похожи на парней, которые умеют танцевать. Папа, я могу помочь, не надо, волнуйся, сынок, я понял. Это очень легко, Брайан, что, да, я думаю, это сработает. Приятель, я соберу команду и встречу тебя на твоем старом месте. Спасибо, Брайан. Давай, ребята, пойдем домой. Да, Эрик, что случилось? Я не мог помочь. Это, ты шутишь, мы бы не справились без тебя. Правда, правда, теперь давай пойдем домой и покажем твоей маме, из чего ты сделан. Левая квадратная скобка. Музыка. Давай покажем им, из чего мы сделаны, Эрик. Да. Мамочка, мамочка. Ох, детки мои, я знала, что ты нас спасешь, Эрик. Он потрясающий, Глория. Я знаю. Спасибо, папа. Справишься, пингвин, справишься. Ты кровоточащий пингвин-потрошитель, я твой должник, мой друг, эй, ну. Без проблем. Все, что тебе нужно сделать, это спрашивай в любое время, в любом месте, что угодно. Окей, спасибо. А нет, Глория, Глория.
детка. О, мои прекрасные мальчики, я думал, что больше никогда тебя не увижу. Подожди, я вытащу тебя оттуда. Что ты собираешься делать, Амиго? Что я делаю лучше всего? Нет, хорошо, этого недостаточно. Нам просто нужна небольшая танцевальная вечеринка с пингвинами. Позволь мне пойти за Изабель Джулианой, Софией, нет, не Софией Рамон, ты прав, мы пойдем за всеми. Дорогая, мы пойдем в гастрономическую страну, чтобы получить помощь, мы будем вернись очень скоро, хорошо. Если ты думаешь, что сможешь это сделать, я доверяю тебе и Эрику. Да, мама, ты оставайся очень близко к своему папе, ладно? Ладно, но до гастрономической страны осталось как минимум 3 дня. Я не могу оставить Глорию в ловушке так надолго. Не надо, не волнуйся, твоя пушистая голова, мучача, я знаю. Приятеля, твоя мама сказала тебе остаться со мной. Помни, мою маму, с ней все будет в порядке, но нам нужно поторопиться. Эрик, мы уходим. Эрик. Гигантский кальмар уйдет. Он уйдет, это будет ах. Эрик. Эрик. Ты в порядке? Да. Эй, папа, ты видел? Это здорово, сынок, ты меня так волновал. Но я помог. Ты меня не слышал? Конечно, Эрик, я слышал. Ты можешь идти. Ага. Тогда пойдем.